Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства выявлен факт нелегальной реализации пиротехники. 36-летняя сученка организовала торговлю без документов. В торговом павильоне обнаружено и изъято 724 упаковки с фейерверками и салютами. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Полицейские напоминают, покупать петарды стоит только в специализированных магазинах. Продавец обязан предъявить сертификат на товар. Инструкция же должна быть на русском языке. Запускать салюты нужно на открытой площадке, ну а дети могут это делать только в присутствии взрослых.